В сегодняшнем видео мы вам покажем, как из говняшки сделать няшку. Это наша прачечная. Эти бетонные стены. Сейчас будем все отсюда вынимать. Тут живет собака в туалете. Будем все сейчас вынимать. Красить стены. Стелить ламинат. Вот такой у нас проход. И это наша с вами будущая прачечная. Сейчас это функция кладовки и какой-то ремонтной мастерской. Будем все отсюда вынимать. Меня муж утеплил потолок. У нас последний этаж, чтобы не уходил теплый воздух. И мы выровняли стены. Сейчас будем их красить, штукатурить и ламинат класть. Все, вот это сейчас будем отсюда выгребать. Если есть место, оно всегда пачкается всякими вещами. Несмотря на то, что квартира огромная, все время все некуда положить. Так, чтобы сделать ремонт, мы купили 2 пачки ламината, 4 краски. Но это не краска, это декоративная штукатурка. И она с эффектом краед. И вот такую мы взяли одну банку бетоноконтакта. Это сначала наносится специальная смесь, а потом поверх стены мы уже будем наносить декоративную штукатурку. И все вместе, ламинат, штукатурка, бетоноконтакт, еще вот такой, это не утеплитель для пола, это подложка. Все вместе обошлось нам свыше 13 тысяч. Thank you.
сижу, работаю и завидую своей собаке. Знаете, очень много всего читала перед тем, как завести себе схиперки или шиперки, кто как переводит. Да, это немецкая порода, переводится как бельгийская овчарка. Вот. Ничего не совпало из того, что я читала. Ничего не совпало у нас непосредственно вот у моей собаки, кроме одного. Это действительно собака-компаньон. То есть, где бы вы ни были, он будет с вами. Какую бы часть квартиры вы ни занимали, он там. Сижу, работаю на диване, собака на диване. Пойду в ванну мыться, собака ляжет у двери, будет ждать, пока вы помоетесь. Спите, собака спит у ног, в нашем случае собака спит на кровати у ног, но уходит, потому что жарко, жарко. Сейчас он чешем постоянно собаку, вычесываем огромные куски шерсти у нее. Линяет, дружище, линяет. И вот сейчас, смотрите, сейчас уберу руку, не буду гладить собаку. Ты черный, тебя не видно. Смотрите, смотрите, мол, гладь меня. Свет не очень удачно падает. Гладить тебя надо, тебя надо гладить, тебя надо гладить. Смотрите, какие зубы. Собака действительно зубами может укусить даже. Ну, правда, меня не кусала, но несмотря на свой маленький размер, смотрите, какие зубаки. Собаки, зубаки. А мы с вами продолжим работать. Сегодня хотела записать видео. Давайте-ка я покажу. Сегодня хотела записать вам видео. И там и свет выставили, и вообще все там, и покупки с фикс прайс, и покупки из Италии, покупки из Праги. Еще у меня стоят целые коробки, которые я не разбираю, потому что хочу вам все показать. И, в общем, не идет. Ну, знаете, вот бывают такие дни, когда не идет. Вот сегодня такой день. Идет только снег новогодний. Елочка, цветочки, снежочек. Вот. А слог не идет. Поэтому решил немножечко поработать. Бывают дни. Бывают такие дни, когда вроде все и хочется рассказать, а при этом не хватает слов. Представляете, в русском языке не хватает слов. Но я такой человек, если что-то не идет, я это откладываю до тех пор, пока не придут силы. Вот. Так что
Ожидайте и ждите. Я очень надеюсь, что примерка всего купленного и подаренного, потому что уже какие-то вещи я подарила, состоится.